Хлеб, икмек, сбожжа, зерни, белик, поляныти. На разных языках его название звучит по-разному, но нет ни одной нации, которая не любила бы хлеб. Его едят с первыми и вторыми блюдами, используют для приготовления бутербродов, а порой и без всего. И каждый год все национальности отмечают праздник урожая. Вот и в Самаре во Всемирный день хлеба устроили межнациональный праздник. В Докозаря коллективы школ города и национальных центров организовали тематическую выставку и концерт. Совместными усилиями мы воспитываем наших детей в духе добрососедства, в духе взаимопонимания. Ведь сегодня ребята разных национальностей, ребята из разных школ, ребята, представляющих разные культуры, здесь, в рамках этого мероприятия, могут продемонстрировать свои умения, свои навыки, свое творчество таким же детям, как они. Подружиться, укрепить те связи, которые с детства могут пройти через всю их жизнь. Праздник хлеба у чувашей называется чуклиме. По традиции в этот день люди делали мирскую муку. И только после этого разрешалось печь хлеб нового урожая. Для этого всем селом собирались в доме уважаемого человека, приносили муку старого и нового урожая, пиво, сваренное из хмеля старого и нового. Веселились, а вечером каждый брал смешанную мирскую муку и высыпал в свои амбары и лари. Я думаю, что это самое главное, когда люди приходят друг к другу в гости, когда люди угощают своими угощениями, своим приготовлением, своей выпечкой хлеба. Ведь каждая хозяйка пекла хлеб по-своему. Свой секрет, свои какие-то добавки в этот хлеб были, какие-то булочки, какие-то пирожки. И было такое разнообразие. Ведь каждая не просто пекла хлеб, но она еще каждый раз, это же искусство, приготовить свой хлеб. Администрация Самары активно поддерживает традиции национальностей, проживающих на территории региона. Проводят совместные праздники, концерты. В первую очередь работают с некоммерческими организациями. Уровень мастерства творческих коллективов год от года растет, говорят организаторы. В этом году на сцену вышли учащиеся 4-й гимназии, школы Ектылык, школы Созвездия, армянского коллектива Наири, осетинского и башкирского национальных центров. Они уверены, только в дружбе, зная традиции друг друга, можно оставаться тем народом, которым мы являемся сейчас. Виктория Шарая, Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.